Далее. Часто слышал, что люди пытаются выбрать между разными книгами, между книгами различных авторов. Как вы считаете, объективно ли выбирать, по принципу, купить только одну такую книгу, или все-таки книги на одну тему, но с разным содержанием? Книги конкурируют или дополняют друг друга? Ну, книги прежде всего дополняют друг друга. Это было всегда и останется всегда. Потому что в моей, допустим, библиотеке есть книги, в которых я там могу пользоваться там буквально одной главой. И все остальное там мне не то, что не интересно, все остальное там настолько убого, что не имеет никакого смысла. Но при всем при том, вот при создании подобной компиляции, автор нашел некую вещь, которая вот для меня интересна. Вот. А дальше начинается, ну так, благодаря тому, что я могу как бы еще пользоваться немецким языком, да, у меня получается, что я достаточно много пытаюсь найти литературу именно на немецком языке. Вот. И у меня как бы есть огромное, в общем-то, количество именно кровельных вещей, да, с которыми, в общем-то, я работаю, с которыми мне там интересно находить какие-то вещи, которые там нужны в данной какой-то сиюсекундной ситуации. Вот. По поводу авторов, которые выпускают вот самодостаточные книги, да, я могу вам сказать вот о таком человеке, вот, как Цыванюк Александр Владимирович. Да, он сделал великолепнейшую книгу, в особенности исходя из тематики одинарного фальца. Вот, это белорусский мастер, вот, кровельные и вентиляционные работы в строительстве именно храмов, что крайне интересно. Он очень много работал с храмами. Вот, передал там дела своему сыну, ну и, как я понимаю, наверное, человек продолжает работать дальше. Здесь очень много показано вот тех наработок, которые он создавал сам. Опять-таки, он это все создавал не потому, что... Не потому, что он хотел там перед кем-то или чем-то прославиться, да, он просто дает людям в руки тот инструмент, который в его понимании нужен кровельщику. Тут огромное количество всяких разных разверток, да, расчетов, с помощью которых мы как бы в нашей профессии можем, ну, чуть-чуть поспокойнее плавать. Вот, потому что мы же очень часто сталкиваемся с вещами, нам кажется, до нас этого никто не делал, никто этого не придумал. А в принципе, все уже было создано там 100 лет назад. Да, и как бы вот если смотреть немецкие именно книги, там очень хорошо это все можно понять. Да. Допустим, вот эта вот книга... Клентнер Шуле, да, это книга 1887 года, да, и здесь уже вот на уровне столетней, более чем столетней давности, здесь показано огромное количество того, каким образом люди что-либо делали, рассчитывали, чертили, считали. Это были те понятия, которые необходимы для кровельщика в то время, да, допустим, для меня иногда бывает интересная ситуация, когда ты человеку говоришь, что кровельщик должен понимать чертежи, он как бы должен понимать, как самому чертить, а он говорит, да ты что, мне это и в школе было не надо, вот. То есть это неправильный подход. Кровельщик, он находится достаточно высоко в иерархии профессий строительных. Я бы сказал даже, что, наверное, это самая высоко стоящая и по расположению, и по смыслу профессия, да. Вот. То есть... Кстати, а эту книгу можно найти вообще где-то, ну, так вот, в библиотеке или
Ну, в электронном виде. Вот, я знаю, я могу сказать, что, допустим, если исходить вот конкретно из конкретной книги, да, то, по крайней мере, картинки из этой книги вы можете спокойно найти на Большой Киянке в интернете. Вот. Если эти ссылки сохранились. Да, но если эти книги, там, если эти ссылки сохранились. Там можно, попросить супермодераторов что-то восстановить. Или они. Кто хотел, все книги скачал. Вот. И если кто-то просит на Киянке, ну, по какой-то книге, то могут, в частности, Сергей Соловей может это достать. По поводу этого, да? Желобов, да. Встроенных. Да, 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 да. 1800? 87-й год. 87-й год. То есть все это уже было. Вот эта вот книга тоже очень интересная. Это книга 907-го года. Вот. Она была сделана тоже для кровельщиков, для использования в школах, для обучения кровельщиков. Вот. Для обучения кровельщиков. И это 907 год. Здесь показано очень много и про черепицу, и про сланец, и про битумки различного там назначения. В том числе здесь показано металлическая кровля, разные варианты, оговорены разные металлы. Вот, дальше там в конце. Сейчас я дойду. Ага. То есть это черепица натуральная. Мне же интересно, я же не видел. Да, сланец. Сланец, кстати, сланец, да, показан, как это все делалось со сланцем. И металлические кровли. Да, различного вида, то есть профнастил, да, в том числе, то есть, да, это абсолютно нормальная кровля. Многие здания до сегодняшнего дня функционируют именно под теми крышами в варианте профнастила. Ну, элементарно по той причине, что профнастил это было там 1,2, 1,5 миллиметра толщиной. Но я, Володь, не вижу здесь сквозного крепления у этого профнастила. Как-то все скрыто вот. В том числе. Да. В том числе. Смотрите, обратите внимание, ну, что крепление на профнастиле скрытое. Можно же обратить еще внимание, допустим, я с этим очень часто сталкиваюсь, когда смотришь на нашу металлочерепицу, у нас всегда крепление производится внутри, в нижней зоне волны, там, где течет вода. Вот. А смотришь на выставках в Европе, там очень часто показывают крепление в таких вот профилированных изделиях в верхней части волны, там, где вода не течет. Вот. Это тоже вызывает, в общем-то, вопрос, а почему так? Зачем это так? То есть вот речная фаль с креплениями как раз в верхнюю часть планки. Да, ну, в самом безопасном месте. Вот. Вот такой подвесной желоб я, кстати, в Питере встречал. Мы его сносили. И тогда, ну, как бы... Слушай, на Исаакиевском соборе там же тоже на стены желоба, по-моему, стать еще такими круглыми крюками, да? Это другой момент. А это был вот конкретно подвесной желоб. И такого хорошего размера. Где-то там 500-я развертка. Защитная система Галика откуда свою систему скопировала. Так это все как бы копированное, все передуманное. Есть вещи, которые очень хорошо передумываются, и они более корректны с современными материалами, в современных технологиях. Ну, не всегда это позволительно выполнять. Так, это посмотрели. Да, да. Вот еще одна вот очень интересная книга, в которой огромное количество, но это вообще книга посвящена кровельщику по металлу, да, то есть со всех сторон. То есть это тут кровельщик
Слово «клемпнер», оно не обозначает только кровельщика по металлу, оно еще и обозначает человека, который может заниматься сантехническими работами, так в Европе там принято. Это работы и просто человека, который, допустим, занимается, может быть, какой-то выколоткой, еще там чем-то, то есть масса всяких разных вещей. И, естественно, показаны всякие разные машины, связанные с этой тематикой. Вот, то есть это, наверное, вот этот клемпнер, это, наверное, как жестянщик, наверное, нет? Да. Но жестянщик – это абсолютно многогранная профессия, да, и вот эта вот многогранность, она как раз в этой книге и показана. Вот. То есть здесь есть и кровли, здесь есть и сантехника, здесь и есть всякие разные и изделия, выколотки и прочее. Вот. Там ближе к концу. Вот, пожалуйста, вот. Это водосточная система такая, да? Это не водосточная система, это очень интересный вариант исполнения кровельного покрытия, имеющий такие своеобразные желобки от карниза к коньку. А, то есть они вертикально по скатам. Да. Очень интересный вариант. Вот. То есть крыша практически плоская получается. Ну, очень интересно. То есть развертки. То есть с этих книг столько идей можно отсюда вот воплотить. И можно говорить, что это типа, ну, я придумал. Ну. А на самом деле еще 100 лет назад было все придумано. Да, так и есть. Вот. Даже больше 100 лет. То есть вот эта книга, допустим, она 35-го года была выпущена, да. Ну вот книги послевоенные и книги, которыми пользовались вот практически до последнего времени, это великолепнейшая книга Херберта Шленкера. Она посвящена только кровельщикам по металлу. И здесь все от начала и до конца. То есть, какого года эта книга? Она издавалась, если мне память не изменяет, мне кажется, 17 изданий у этой книги было. Это не последняя. Mm-hmm. Вот. 76-й год. Это данная книга, это книга 76-го года. Вот, мне кажется, 17 изданий было. То есть здесь показаны водосточные системы, здесь показаны различные варианты пальцев. Здесь показаны достаточно развернуто все узлы, с которыми приходится работать на кровле при соединениях различных, при создании компенсационных каких-то узлов и так далее, так далее. Вот. То есть по смыслу это тот вот багаж, которым можно совершенно спокойно пользоваться. Здесь показаны вот опять-таки первично станки. Да. Это то, что это то же самое, что сейчас вот придумали этот фальсимер. Только раньше не было шуруповертов, а вот такую машинку просто ставили. Но очень более сложная. Да. Первая пальцезакаточная машинка. Угу. Трубы. Эти картинки я уже видел, только в новых изданиях уже. По-моему, да? Они присутствуют. По смыслу... Не в новых изданиях, эти картинки я видел на Киянке. Узлы-то, они повторяемы. Так, эта книжка тоже на Киянке присутствует. Угу. Вот. Узлы-то повторяемые, узлы стандартны по большому счету. Чем вообще интересна вся ситуация? Когда мы работаем на крыше, мы с одной стороны выполняем стандартные узлы, а вот с другой стороны... Все кровли разные, и исходя из этого, любой стандартный узел становится абсолютно уникальным на конкретном объекте. Да. Вот. Из новых получается что? Ну, допустим, вот появился четырехтомник наш, да? А в Германии через некоторое время, через 2 года после того, как появился наш четырехтомник, появилась книга вот такая вот, да, в которой использованы как бы узлы, нарисованные нашим автором Ласло Санта. Да.
И здесь использованы именно узлы с привязкой к кровле по металлу и фасадам, выполненными из металла. То есть четырехтомник, он, конечно, более многогранный, вот, но здесь отличительной чертой является то, что картинки, в общем-то, имеют схемы, имеют более разрисованный такой, более цветной вариант, может быть, они более понятны. Ну, тут уже на вкус и цвет. Ну, эта книга получается, то есть, что есть в четырехтомнике, вот, это взято, по сути, оттуда, эта книга, правильно? Да, так и есть, так и есть. Вот. Еще одна из интересных вещей, вот обратите внимание, по смыслу это одно и то же. Вот. То есть это оригинальная книга, и это то, что мы получили разрешение. Ну, бумага такая, бумага просто поплотнее. Вот. То есть это то же самое, это тот же самый автор. Вот. И на что я еще хотел обратить внимание. Практически все вот эти вот книги написаны были людьми, которые сами занимались данной конкретной темой. Они занимались металлом, они занимались изготовлением, устройством кровель, изготовлением жестяных изделий. То есть самое интересное для меня это то, что люди, выполнившие эти книги, они просто показывали свой опыт, некое завершение своей трудовой деятельности в этих книгах. Они передавали те знания, которые они получили, выполняя какую-то работу. Эти люди выполняли эту работу, люди эти знают прекрасно, как эти узлы должны делаться в одном или в другом, в третьем материале. Насколько содержание русской, вот это в русском переводе книги, отличается от венгерской? Насколько оно отличается? Ну, прежде всего, оно отличается в том, что мы постарались написать именно на русском языке многие вещи. То есть текст был взят за основу, а мы его старались написать, в общем-то, на доступном русском языке. Ну, а есть ли какие-то упрощения, сокращения, или наоборот, какие-то дополнения? Нет. Есть некоторые дополнения, которые связаны с тем, что в тот момент, пока писалась эта книга, переводилась, редактировалась, появлялись некие уточнения по нормативам немецким. Да, и там некие вот нюансы из этих нормативов, они были вставлены в книгу, добавлены. Так. Кому принадлежат авторские права книги? Авторские права всегда принадлежат автору. Мы купили только право на издание некоторого количества данной литературы. А тут Юля говорит, что вопросы по содержанию книг. Каково содержание книг? Так. Ну, здесь я могу сказать, что если можно сказать, что вот первый том, допустим, он относится к отведению воды с кровли, линейное покрытие конструкции. Может, в этом смысле. Да. Автором, естественно, была сделана некая попытка. Собрать узлы где-то там, скажем так, в одну кучу. Но при этом он изначально писал о том, что эта книга не является вот чем-то таким строго классифицированным. Это скорее набор неких лекций по кровлям, по металлу, по изделиям. Да? Соответственно, он попытался собрать вместе в одну книгу определенные темы, чтобы более-менее объединить по тематике. Поэтому и получилось, что, допустим, первый том это различные желоба, то есть там такого количества, такой набор
такое разнообразие жалобов, что называется, подойдет для любого случая в вашей жизни. Различные линейные покрытия, что парапеты, что карнизы, что брандмауры, там тоже огромнейшее количество вариантов, которые позволяют совершенно спокойно отработать любой вариант, встречающийся в вашей жизни. Второй том, он был связан прежде всего с тем, что с черепичной, с мелкоштучными изделиями выполняется огромное количество примыканий из металла. Вот. То есть те варианты, которые выполняются вакафлексом, это совершенно не практикующиеся во всем мире примыкания. Да? Это, скажем так, в основном хотелки производителей материалов или продавцов. Тут куда хотите, туда и считайте. Вот, все примыкания делаются из металла. Тогда очень дорогая и красивая черепица служит ровно столько же, сколько и служит такое примыкание из металла. Но такому примыканию надо тоже научиться делать правильно. Это отдельные 4 или более книг, которые можно купить по отдельности, или это единственный товар? Ну, комплект, конечно, продается вместе. То есть, ну, невозможно себе представить, как устроить себе пересортицу, продавая только там 20 штук первых томов, 10 штук вторых и 100 штук третьих. Это был бы дурдом полнейший. И вот. Если мы говорим про третий том это посвящен полностью металлическим кровлям. Это как бы самая наша любимая тема. Фальц. Фальц. Весь третий том это только фальц. Различные варианты, это опять-таки водосточка, имеется в виду желоба различного типа назначения. Это и покрытие, это и разжелобки, и так далее. Коньковые различные конструкции, примыкания, то есть только двойной фальц. А четвертый том он посвящен также очень интересной разновидности, это речному фальцу. Вот. Но прежде всего, конечно, это речный фальц в цинке, речный фальц в свинце. Вот. И плюс еще фасады. То есть, поскольку фасады являются одной очень такой интересной областью развития и исполнения, ну, у Александра, кстати, тоже можно вот ему самому вопрос на эту тему задать, как ему понравилось делать фасады, потому что вот один из последних фасадов, который он показывал в диагональном расположении фальца, получился очень, очень неплохо, то есть, мне его как бы вживую показывали. То есть, что можно сказать, вот это был как раз тот симбиоз архитектора и кровельщика, который должен быть. Они друг друга поняли, они друг друга нашли, и получился очень интересный проект. Ну, кстати, там получается как фасад. Ну, это, чтобы, если вы никогда не делали, надо понимать, что это долго. Вот, потому что это лицо, человек, заказчик, клиент смотрит это все вот так вот. Вот, и то есть там права на ошибки вообще нету. Вот, и это не дешево, естественно. Так и есть. То есть то, что делается крыша, это один момент. Там мы завязаны больше на функционал, чем на красоту. А вот на фасаде мы вынуждены там, к сожалению, к счастью, называйте как хотите, но на фасаде вы должны предвидеть даже не на 2 шага вперед, а как минимум на 10. Только в этом случае у вас фасад может получиться вполне себе нормально. Вот. Потому что вот буквально вчера мне прислали фотографии с одного из объектов, выполненного в меди. Да, то есть, ну, черт горохом пострелял, называется. Сколько страниц, сколько текста, сколько рисунков и что это за рисунки? Ну, опять-таки, это не рисунки.
То есть это вполне себе нормальные рабочие схемы, которые были взяты из чертежей, да, и они достаточно доступны для понимания любого человека, который умеет чертить. Там все прописано, абсолютно все. Вот. Так, там еще что было? Сколько рисунков, сколько текста, ну, сколько страниц? По смыслу практически каждый том это 300-320 страниц. Вот. Честно говоря, количество рисунков и текста, ну, мне сложно как бы совместить. Вот. Просто мы не считали. Я так думаю, что там есть эти схемы практически на каждой странице. То есть схемы, фотографии, вот, и текст. Здесь все есть, наверное. Кстати, мы этот фасад когда делали. Кстати, отсюда это узлы и брали многие. Ну, именно поэтому, если вот так вы обратили внимание, там везде все заложено. По смыслу это как бы абсолютно такой рабочий инструмент, которым мы активнейшим образом пользуемся на встречах с заказчиками, разговаривая с кровельщиками, вплоть до того, что когда люди там за какими-то советами обращаются, я знаю, что у них есть такие книги, говорю: ребят, пожалуйста, откройте страницу такую-то, рисунок такой-то. О, да, класс, слушай, ну блин, где мы были раньше? У меня тоже так, видите, коллеги из ВОН, которым я уже порекомендовал книги, они говорят: Саш, подскажи, на какую, в каком томе, в какой странице какой-то узел есть? Если я по памяти уже такой узел делал, уже, я уже примерно помню, в какой книге нахожу, просто говорю: такая страница, такой том. Так и есть. То есть это прежде всего рабочий инструмент. Это инструмент, да. Спрашивает Юрий. Книга носит рекомендательный характер или ссылается на какую-либо нормативную базу? Если ссылается, то написано либо об этих конкретных местах? Ну, скажем так, прежде всего, автор это венгерский специалист, живущий и работающий в Венгрии, несмотря на то, что он в Европе в нескольких странах работал. Естественно, он работает в нормативах именно венгерских. Вот. Но если исходить из того, что эти нормативы венгерские, вероятнее всего, были просто вчистую взяты из немецких норм и правил, да, то можно считать, что и Венгрия как бы к этому точно так же относится. То есть по смыслу, почему для меня это было интересно? Потому что я, работая в Германии, работал ровно с теми же самыми узлами. Они для меня абсолютно понятны. Вот. И они как бы не просто понятны, они для меня логичны в своей цельности. Вот. И подожди еще. Говорить о том, что это является каким-то обязательным, невозможно. Даже нормы не являются обязательными. Поверьте, нормы тоже являются рекомендательными. Но они являются рекомендательными только до того момента, пока вы работаете, скажем так, в лоне этих норм. Да? Пока вы не переходите границ этих норм. То есть есть минимально допустимые разрешенные вещи. Если вы в них работаете, все окей. Как только вы ушли на более худший материал, как только вы ушли на какие-то непонятные узлы, ну, там уже доля ответственности за вами, и вас будут наказывать. Книга учит, как крыть крыши или как работать с металлом? Учит ли вообще книга? Книга можно учить только, если вы сами хотите научиться. То есть, к любой книге надо относиться не просто с пониманием: ой, вот я тут картинку взял, да, и я делаю. А вы должны все-таки находить и считать, рассматривать все эти узлы с некоторым критическим взглядом на эту тему. Вот. Только тогда вы сможете абсолютно спокойно там отрабатывать эти темы. Вот. Вы можете сунуться в одну книгу, вы можете сунуться в другую, в третью, в десятую. И каждая из этих книг будет вам предлагать
какое-то собственное решение, а вам надо выбрать то, которое вы примените на объекте. На объекте, за который вы получаете деньги, за который вы ответственны перед заказчиком, ну и перед самим собой, чтобы не получить проблем. Вот. А в этих книгах есть какая-то конкретика, ну, в смысле, то есть на таком-то крыше или узле, там, допустим, можно работать со сталью, или только с медью, или с цинком, или с алюминием. Вообще, для эта книга учит, как бы, с каким именно металлом работать? Конкретным металлом или с разными металлами? Четырехтомник, он предполагался, конечно, как универсальный инструмент для работы на кровле, поэтому вы можете работать с различными материалами, используя построение, геометрию, развертку узлов, да, но при этом вы обязательно должны четко для себя понимать те коэффициенты теплового расширения, которые заложены для каждого конкретного материала. То есть те построения самих крыш в зависимости от наклона кровли. То есть вот эти узлы крайне важно выучить и понимать для каждого металла. И они там прописаны. Они прописаны там для меди, для цинка, для алюминия, для нержавейки, для стали. Поэтому, с одной стороны, черно-белый вариант, чтобы не выделять какой-то либо материал конкретно. С другой стороны, есть полная информация о том, каким образом мы должны работать с каждым конкретным материалом. Ну и плюс еще, чисто для меня лично, там не существует каких-то вот таких очень больших секретов. То есть, исходя из тех схем, которые показаны, я понимаю, что, допустим, данный узел делался под цинк, данный узел делался под медь, данный узел делался под свинец и так далее. Ну, так раз, ну, для уточнения, что вот, допустим, узел, этот узел делается обязательно для работы, допустим, с цинком, вот, а этот узел специально, ну, для работы, допустим, со сталью. То есть я просто знаю, что можно сделать со сталью, то нельзя сделать с цинком на некоторых узлах. Ну, так оно и есть. Есть ли там эти уточнения? Нет, таких уточнений там нет. Вот. Ну, это, знаете, такое, это надо, чтобы Хрущ сам понимал, с каким материалом работал, ну, о чем-то и говорил. Ну, так и есть, так и есть. Вот. Опять про книгу. Были какие-то препятствия для издания книги на русском языке? Пытался ли кто-то помешать или получить взятку? Здорово, супер. Ну, в общем-то, никто помешать не пытался, получить взятку тоже не пытался. Это абсолютно частный проект, и он выполнялся, как бы находились деньги, находились люди, которые помогли нам, ну, в плане того, что их реклама была размещена, как бы они помогли вот этим и произвести издание данных книг. Вот. Там осталось не так много вопросов, но хочу вот отдельно вот твою и Андрея, да, выделить книжку вот эту вот. Я признаюсь честно, что из этой книги я научился делать обход трубы вот в разной технике, или с косыми пальцами, или с прямыми. Вот, то есть здесь досконально все расписано поэтапно. Вот, то есть я думаю, даже человек, который просто будет поэтапно как вот, ну, повторять эти действия, он сделает обход трубы вообще легко. Вот. Эта книга выпускалась с какой целью? У нас как бы нет мест, где люди могут учиться. Это наша беда. То есть, ну, сейчас там появляются там какие-то места, где вроде как людей учат. Вот, кто их и как и чему учит, ну, этого никто не знает и никто не понимает. Вот. Ну, в любом случае, уже что-то есть. Ну, я прекрасно понимаю, что наша страна, она настолько огромна, что многие не могут приехать на эти курсы. С другой стороны, приезжать к ним со всем вот этим железным хламом, который есть, для того, чтобы провести абсолютно корректный семинар,
Это тоже невозможно, это слишком дорого становится. Вот, потому что там двухметровый станок весом в 700 килограмм ты никуда не повезешь, он должен стоять на месте. Вот. Поэтому мы взяли за основу немецкую опять-таки книгу, в которой присутствуют подобные варианты разверток. Добавили некие нюансы, которые связаны именно там с моим там личным пониманием того, как это делается, так как меня учили. Вот. Потому что немецкая книга, она все-таки направлена на то, чтобы напомнить людям о том, как и что делать. А наша книга, она прежде всего для тех, кто, может быть, никогда с этим не сталкивался, но с помощью наших вот этих вот фотографий, с помощью наших схем, они могут это повторить и попытаться сделать. Остановились вот на этой картинке. Районные территории Российской Федерации по давлению ветра. Покажу. Что это значит? Вот, ну, опять-таки вернемся к тому, что наша страна очень огромная. Да, и, допустим, различные снеговые нагрузки, различные давления ветра, различные дождевые нагрузки, они очень сильно отличаются от того, что мы с чем-то где-то можем столкнуться. Да? То есть и крайне важно для понимания того, для понимания выполнения работы на кровле в металле, нам надо знать, что и как происходит в данной конкретной точке. Почему это является проблемой? Ну, представьте себе, возьмем Иркутск, да, в котором летом может быть температура до 45 градусов подниматься, а зимой может опуститься до минус 50 градусов. То есть мы имеем разницу температур практически в районе одного года почти 100 градусов. Да? А, допустим, если взять ту же Камчатку, то на Камчатке снеговая нагрузка достигает совершенно каких-то немыслимых там значений. Ну, представьте себе, нормальный взрослый человек, а это все снег, и еще плюс где-то метр сверху, это тоже все снег, да, и это все лежит на конструкции, это все давит на металл, это давит на систему снегозадержания и так далее, и так далее, и так далее. А допустим, взять Калининград и Краснодар. Если брать зимний период времени, это очень одинаковые там два города, что в одном городе, что в другом, дай бог, в течение года может там быть там одна неделя со снегом. Вот. А лето отличается, в Калининграде дождь и температуры там 25-30 градусов, а в Краснодаре там и 40, и 45. Вот. То есть... Это все очень сильно влияет на то, каким образом мы должны выполнять наши узлы, каким образом мы должны ставить системы снегозадержания, каким образом мы должны делать желоба и прочее. На это всегда надо обращать внимание. Ребята, ну и пока мы перейдем уже конкретно к этим книгам, где можно купить, куда можно заказать, вот. Здесь у нас на столе есть вот еще интересные копии документов. Володь, а что это такое? Ну, это очень интересные вещи, вот, с которыми я столкнулся. То есть обнаружил их, увидел у человека, который очень активно там занимается вот темой тоже продажи кровельных инструментов. Вот. У него есть собственный музей, где он там собирает всякие разные интересные вещи. И он мне сказал, говорит, это, говорит, маленький сюрприз. Ты понимаешь, говорит, я столкнулся с тем, что у меня есть мастерский диплом и диплом подмастерья, который, говорит, купил на фломаркете, на блошином рынке. Вот. Но это, говорит, вещи, которые для тебя будут интересны. И показывает вот такой вот документ, да, когда читаешь, ну, видишь, ну, на немецком языке написано, окей, все,
хорошо. А потом обращаешь внимание на картинки, да, и понимаешь, что многие надписи выполнены это на русском языке. Вот. Как бы вот это вот то, что показывал диплом подмастерья, а это уже мастерский диплом того же самого человека. То есть человек родился в Санкт-Петербурге, родился в 1849 году, и в 1869 году, ему было 20 лет, он получил диплом подмастерья. Вот. А по прошествии еще 21 года он получил диплом мастера. Вот. Внизу написано печать Санкт-Петербургского ремесленнической управы на русском языке. Как бы все понятно. Само письмо на немецком языке. Вот. То есть шло вот в 19 веке шло такое взаимопроникновение этих профессий. Из одной стороны в другую люди ездили, люди работали. Вот. Вот здесь вот есть очень интересный тоже документ. Он практически того тех же самых времен. Это документ 1868 года, подписанный 1 сентября в русском городе Риге. Тоже на немецком языке все написано. Вот. Ну, его, я говорю, что это русский город Рига. Это тоже как бы объединение кровельщиков по металлу, и человек получает вот документ на право работать на крышах города. Классные документы. Да, это очень интересно вот, в связи там, с привязкой к многим нюансам с нашей профессии, что пошло, откуда пошло. Вот. Володь, смотри, я вот в своих роликах некоторые, да, рекомендую вот эти четырехтомник и вот эту вот вашу книжку с Андреем Зеленым. Не только кровельщикам, вот, но и архитекторам, проектировщикам, вот, которые занимаются проектированием архитектурой, чтобы они здесь могли смотреть не только те, как в основном понимаешь, у нас везде типовые все крыши, пытаются вроде как карнизом свести там сделать, что-то такое. Здесь же решений этих много, поэтому я их советую, и архитекторам, и проектировщикам. Может, кому еще кому-то это не интересно? Это логично, что именно вот четырехтомник, он и предназначался не только для кровельщиков, он предназначался в огромном объеме именно для архитекторов, для проектировщиков. Потому что здесь есть то многообразие, понятно, расчерченных узлов, которого вы нигде больше найти не сможете. Вот. И это настолько узкая как бы тема, которая ни в одном учебном заведении практически она в таком объеме не показывается, к сожалению. То есть я не с одним архитектором уже разговаривал, и они мне абсолютно спокойно говорили, что Володь, если нам про крыши рассказывали, то это там в объеме буквально там 2-3 листов формата А4, все на этом, вся информация. Вот, то есть вот такой развернутой и такой многообразной, многовариантной информации, как есть в этих книгах, честно говоря, на рынке русского языка вы больше нигде не найдете. Техника двойного фальца, она, конечно, прежде всего предназначена для кровельщиков. То есть это абсолютнейший инструмент именно для кровельщиков. Для проектировщиков, там может быть некая информация, конечно, интересна. Для заказчиков может быть интересно, потому что заказчик достаточно легко может понять, с кем он собирается работать, попросив людей показать, с каким инструментом они работают, с какими станками они работают, и сравнив это с тем, что показано в этой книге. Вот. Я думаю, что еще технадзору будет интересно. Технадзор это сложная конструкция. Для них, по крайней мере, может быть, для собственного понимания хотя бы будет видно, с чем они должны работать.
Да, принимать работу, да. Правильно или правильно вообще сделана работа, узел. Потому что пользоваться, допустим, документами, там, я не знаю, 30-40-летней давности, и при том, что мы работаем совершенно другими материалами, совершенно другими технологиями, ну, на мой взгляд, это не совсем корректно, мягко сказано. Ну и по поводу того, где, вот очень часто вопрос, что в Фейсбуке, что в Инстаграме, что на Ютубе, где и как, и сколько они стоят, можно, ну, вообще приобрести эти книги, по почте, в другую страну, там, как это все? Ну, отправлять эти книги мы отправляем практически в любую страну нашей планеты, то есть вот самые дальние поставки были, это в Аргентину, в Новую Зеландию. Это было самое далекое. Вот. А так, Америка, Канада, Европа вся, Казахстан там тот же, там, Киргизия. Вот, то есть, несмотря на то, что книги есть только на венгерском языке и на русском языке. Да, 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 так и есть. Ну, конечно, они прежде всего предназначались для русскоязычного, как бы, читателя. Ну, зная о том, что люди, владеющие русским языком, живут по всей нашей планете, я этому не удивляюсь. Вот. Доставка может производиться практически в любую страну. Стоимость книги зависит, конечно, от того, куда надо доставлять. Вот. Связано, допустим, с тем, что какие-то вещи необходимо оплачивать, ну, там, всяко-разно, то есть это может быть и Western Union, это может быть прямая какая-то оплата на частное лицо, это может быть оплата на фирму и так далее, и так далее. По смыслу книги продают кровли России, вот здесь вот очень четко написано, то есть это основной продавец этих книг. Кроме этого, вы можете купить книги в 25 миллиметров. Кроме этого, вы можете купить книги напрямую через меня. Вот. Ну, то есть, все зависит от того, где конкретно находится человек и какие возможности оплаты у него есть. Во всяком случае, я все ссылки, все контакты, где вы можете заказать эти книги, я оставлю в описании к видео. Вот, и скажу, что Володя сказал, что зависит цена от того, где вы живете. То есть у книг есть фиксированная цена, у этих вот, четырехтомник, вот эти четыре книги стоят 12,5 тысяч рублей. Ну да. Вот, да. Книга «Техника двойного фальца» и вот эти вот шаблоны, хочу показать тоже, что это за шаблоны вообще? Это шаблоны из этой книги, которыми можно резать и которыми можно пользоваться. Просто для хотя бы понимания того, что вы должны потом делать на металле. Да, вот. И они стоят 5000 рублей. Да, да. То есть я скажу свое мнение, чисто свое мнение. Вот еще. А вот это, а эти сколько стоят? Это 2000 рублей стоит. Вот. Я скажу свое мнение, что по цене, да, может, ну, кому-то будет скажут, что это дорого, да, кому-то скажут, но я скажу, что информация в этих книгах, она стоит, я, знаешь, есть в чем сравнивать, да, допустим, возьмем Бендер, он стоит сейчас, если взять в оригинале, он стоит там порядка там 60 тысяч рублей. Я все время говорю, что вот это вот ценнее Бендера. Вот. А стоимость, если вместе с синей книжкой, это 19 500. Да, да. И остальное уже просто цена, это накладывается цена за доставку в вашу страну, в ваш город. Это все просто оплачиваете вы. Вот. И все. А цена у них фиксированная. Так что так вы можете взять эту сумму и перевести там, где вы там не жили, ну, там, это там может быть не совсем как бы будет корректно, потому что стоимость для зарубежного читателя, она как бы более фиксирована, чем в России. То
То есть, а там она фиксируется в евро. Вот. Ну, там немножко другой идет пересчет, конечно. Вот. Потому что, но это как, в любом случае, когда Она стоит столько же, сколько стоит, допустим, книга, если вы покупаете на венгерском языке. То есть, ага, те же самые цифры. Вот. Поэтому у нас просто как бы евро все время прыгает и скачет, поэтому... Ну да. А возможно, из-за этого образуются проблемы. Возможно ли удорожание этих книг? Ну, на сегодняшний день мы пока про это не говорим. То есть книги эти как продавались за 12500 при курсе там в 60 рублей за евро, так и при нынешнем курсе они также продаются в России. Это хорошо. Ну, вроде все. Да. Мы ответили на все вопросы. Постарались. Постарались, да. Сказали про книги. В любом случае, любую информацию, если дополнительно хотите, можно связаться с Владимиром, контакты в описании. Вот, связаться со мной, если что надо, непонятно. Вот, через Facebook, опять же, через контакты. Ну, в мессенджере, да, я постоянно с людьми общаюсь, да, вот, которые ко мне обращаются, я им отвечаю. Поэтому мы всегда на связи, вы всегда можете написать, поговорить, и если захотите купить эти книги, вот, а я прям настоятельно рекомендую их покупать, потому что, ну, а если они кончатся, будут их еще издавать по спросу? Доживем, посмотрим. Вот так вот, может не достаться. Но в электронном виде, по-моему, таких книг вообще нету. То есть я знаю, просто что многие спрашивают там в электронном виде. Нет, если вы живете в Канаде, если вы живете в Америке, где-то еще там, вы можете получить только в таком виде эти книги. Ни в каком электронном виде. Ну так люди так и покупают. Да, да. Поэтому на этом все. Что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, следите за каналом. И, кстати, мы же это не последнее у нас будет, правильно? Мы же будем рассказывать вам еще про семинары, где-то еще более подробно. Вот, у нас будет отдельный выпуск, связан с этим. Вот, там будет интересная тема, которая вам будет тоже интересна. Вот, и так что следите. Всего хорошего. Всего хорошего. Счастливо. До свидания.